Налоги все-таки хотят поднять. Финансовое управление в лице Натальи Скорняковой опять намерено выйти с инициативы к депутатскому корпусу, внести изменения в текущие ставки. Напомню, что предложение повысить платежи уже звучало в октябре. Тогда народные избранники не стали их рассматривать. Проектами было предусмотрено увеличение земельного и имущественного налогов. Отметим, что эти деньги оседают в казне Наукограда. Кроме того, народным избранникам предлагалось рассмотреть корректировки понижающего коэффициента для автоперевозчиков, представителей розничной торговли, общепита и рекламы. Еще на этапе обсуждения этих вопросов на профильных комитетах фракции не поддержали инициативу финансистов увеличивать доходы казны Наукограда таким образом. Отметим, что если бы все-таки депутаты проголосовали за проекты решения по всем трем вопросам, то в 2019 году бюджет Бийска только на этом увеличился бы почти на 20 миллионов рублей. Однако пока депутатский корпус против таких непопулярных решений.